На улице Пушкина в Семибратово кипит работа. Жители близлежащих домов взялись за грабли и кисти, чтобы привести в порядок детскую площадку. Увидали объявление на подъезде, и бегом мы готовы были помочь и принять участие. Мы очень рады внести какую-то вот лепту. Фронт работы небольшой, но нужный. Необходимо покрасить скамейки, обновить забор, скосить траву. Инвентарем обеспечили участники движения добровольцев «Экодесант». Движение нужное, поскольку оно позволяет показать нам, что именно мы сами, жители, в первую очередь должны не только ценить, но и наводить порядок на наших улицах, на всех наших территориях. Тем более, что мы должны вспомнить, что наши предки, которые жили в деревне, они подметали свой дом, двор каждый день и даже не один раз. Движение добровольцев «Экодесант» возникло в ходе формирования в регионе новой экологической политики. Разработать ее поручил губернатор области Дмитрий Миронов. Основная цель активистов – обратить внимание жителей региона на экологию и, в частности, на проблемы замусоренности территорий. О том, как решить эти вопросы, активно обсуждают и на заседаниях регионального парламента. Новая экологическая политика, которая реализуется в нашей области, и призыв губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова наводить порядок в плане экологии в нашем регионе, жители услышали этот призыв. Надо прививать любовь к малой родине, прививать любовь к экологии, что все должно быть правильно, и благоустраивать ту территорию, где мы живем, чтобы она становилась приятной для жизни. Субботники в Семибратово будут проходить еженедельно, и надо полагать, что к своему юбилею 25 августа поселок предстанет в наилучшем виде. Александр Захаров, Олег Лушников, «Дни в событиях».